Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Нередко окружающие не понимают и даже сторонятся их, упрекая в скупости, равнодушии и надменности. Но такое впечатление – лишь результат их врожденной интеллигентности и чувства собственного достоинства. Окажущаяся холодность и отстраненность по отношению к окружающим – лишь формы бессознательной самозащиты. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Для этих людей самое главное сохранить в неприкосновенности то, что они считают исключительно своей личной территорией. А кроме того, им необходимо затушевать собственную робость. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Они могут занимать руководящие должности. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.